Вернулся? Потом прошла из вас, говорит, там другой орет. Ребят, что не прошу только. Бабушка нормальная. Спасибо, я мама, я нас А вот если ты хочешь кухню забрать, то тебе я сразу показал. Нет, нет, вообще давай сюда. Кстати, значит, перерыв сейчас закончим. Я хотел лучше спросить. Кажется, люди, которые хотели перевести в онлайн, они сами по себе пропали или нет? Так, Марк, Кирилл, Георгий, что вы скажете на этот счет? Я за онлайн. Так, Георгий за онлайн. Сейчас, Кирилл Царегородцев. Я пока тоже, я не уверен, что я буду ходить. Ага.
Поэтому пусть остальные решают. Сейчас. Купцов еще и Умар Мне молчат. все равно, если Умар честно. в чате написал, что он за онлайн. Ну ладно, тогда переносить не будем, поскольку все равно люди пропали, которые просили. Вот, ну ладно, да, вижу. Хорошо. Значит, давайте продолжим. Значит, вроде я правильно округлял, что вниз, а вверх, а не вниз. А, так, что-то у меня сейчас, одну секунду. Resume share, это значит, вот так надо сделать. Ага. А, значит, если x принадлежит А, нам нужно, чтобы вероятность была большая, значит, единица на вероятность, наоборот, маленькая, а алгоритм единицы на вероятность тоже маленькая, то есть меньше и. Ну, поэтому, значит, нужно действительно вверх округлять, чтобы из принадлежности следовало, что вероятность, логарифм единицы на вероятность маленькая. Вот. И тогда А наша, значит, будет, поскольку все x-штрихи, которые лежат в нем, имеют вероятность большую, не меньше 20. Отсюда следует, что А, наоборот, не превосходит 2 в степени. Это первое, что нужно заметить. То есть мы оценили формулы для дефекта случайности x в А, первое слагаемое, оно, значит, будет не больше, чем i. Теперь, дальше нам надо оценить сложность самого А и второе слагаемое, сложность x при известном А. Ну, давайте оценим сложность самого А. Чтобы задать А, нам нужно задать P. Что нам известно, можно сделать, используя альфа битов. А еще нужно задать сам, ну, еще дополнительно само И, чтобы, значит, выбросить все x-штрих из носителя, у которых, значит, вероятность не такая, как у x, с точностью до умножения на 2. Значит, для этого нужно еще, чтобы в префиксном виде написать 2 логарифм двоичной и битов. Ну, еще плюс константа. Позвольте мне уже константы не писать. То есть будет альфа, это сложность p, по условию она не больше, чем альфа. И плюс, а и у нас уж точно не превосходит, что можно сказать про и. И это логарифм единицы на вероятность. Нам известно, ну, проще всего И, чтобы не мучиться, оценить просто через n. Мощность А, можно считать. Сейчас, как это правильно сказать? Одну секунду. Значит, если окажется, что и вообще больше равно n, ну, то есть эта вероятность очень маленькая, то это неинтересный случай. Мы в качестве а тогда можем просто взять множество всех слов длины n, у него ничтожная сложность, логарифм n, и это самое. Ну, про дефект случайности позже поговорим. Ну, давайте пока просто, значит, напишем, будем считать, что и не превосходит n. Отдельно я об этом случае поговорю. Значит, вот, тогда будет вот это вот слагаемое небольшое 2 лога n. Значит, я неправильно сказал, что 2 логарифм дефекта. Здесь надо сказать 2 лога n. Значит, то есть длины.
Вот, и теперь давайте третье. Значит, надо оценить сложность, наоборот, x при известном a. При этом сложность x при известном a нам надо, наоборот, оценить снизу. Так сказать, что она больше чего-то. Значит, ну, давайте используем такое довольно понятную вещь. Значит, сложность x при известном a не меньше сложности x при известном p. И дальше опять минус 2 лог и надо написать. Значит, почему это так? Потому что, ну, по-другому это можно так написать, что сложность x при известном p не превосходит сложность x при известном a и плюс 2 лог и. Значит, почему это будет так? Потому что x при известном p, значит, можно задать следующим образом. Если мы знаем p и еще... сейчас, извиняюсь. Значит, ну вот как. Значит, просто надо написать вот такое неравенство. Значит, сложность x при известном p не превосходит сложности x при известном a плюс сложность a при известном p. Вот. Ну, это надо удвоить, то, что в префиксном виде. A при известном p. Ой. Сложность a при известном p, чтобы в префиксном виде. Но это неравенство довольно очевидное для сложности. Значит, чтобы задать x при известном p, можно задать сначала a при известном p, а потом еще x при известном a. Но чтобы задать a при известном p, нам как бы только надо знать i. Получится, значит, сложность x при известном a, и в префиксном виде нам еще надо задать i. Будет два логарифма i. Таким образом, значит, получили, что сложность x при известном a не меньше, чем сложность x при известном p минус удвоенный логарифм i. Опять. И тем самым, так, давайте я это сотру. Объяснение. Тем самым из 1 и 3 вместе у нас получается, что дефект x при известном a, значит, не превосходит с одной стороны вот и это логарифм a, а с другой стороны, значит, он определяется как логарифм мощности a минус сложность x при известном a. Но сложность x при известном a не меньше сложности x при известном p минус 2 лог i. То есть получается i минус сложности x при известном p плюс 2 лог i. Ну, а i это у нас по существу как раз логарифм единицы на p от x. То есть это равно логарифму единицы на p от x минус сложности x при известном p плюс 2 лог i. Таким образом, у нас получилось как раз, чего мы хотели, то есть дефект x относительно p, вот с точностью 2 лог i. То есть здесь тоже нужно написать, я неправильно сказал, не 2 лог дефекта, а 2 лог i. То есть 2 лог n. Но это все при условии, если i не превосходит n. Значит, это как бы мы объяснили, что делать в случае, если i не превосходит n. То есть логарифм единицы на p от x у нас, то есть вероятность не слишком маленькая. А если вероятность очень маленькая, то проще a строить просто напрямую, никак p не используя. Так, значит, мне нужно открыть новый этот самый.
Новую доску. Сейчас видите новую доску? Пустую. Да. Так, значит, давайте я тоже открою себя. Значит, итак, вот первый случай мы разобрались со случаем. Значит, если вероятность икса меньше либо равна 2 в степени минус n. Значит, если же она очень маленькая, значит, рассмотрим теперь второй случай, когда эта вероятность, наоборот, меньше 2 в степени минус n. Тогда я думаю, в качестве а просто надо взять множество всех слов длины n и посмотреть, что получится. Значит, ну, значит, дефект x внутри а. Это будет n минус сложность x относительно а. n это потому, что логарифм мощности а. Но сложность x относительно а это, ну, а это множество слов длины n. Это значит логарифмической точностью. Это у нас значит, равно n минус просто сложность x приветственному n. Мы хотим, чтобы это было маленькое. Значит, это меньше или равно n минус сложность просто x плюс там, 2 лог n. Сложность x приветственном n, она может быть немножко меньше. Просто сложность x. Но не более чем на 2 лог n. Она может быть меньше, потому что в прификсном виде, значит, n можно задать таким количеством бит. Вот. Ну, а совсем простое. Значит, сложность а не превышает просто лог n. То есть до константы. Вот. Теперь, значит, это не должно быть хуже, чтобы все сошлось, того, что было. Значит, давайте посмотрим, что было. Сложность x относительно p у нас за счет того, что p очень маленькая, она была, значит, это и есть логарифм единицы на p от x минус сложность x относительно p. Мы хотим объяснить, что это, ну, примерно не может быть меньше n за счет того, что вот эта величина довольно большая. Сейчас у меня тут, кажется, не сходится, потому что сложность x при известном p могла бы быть очень большой. За счет этого дефект может быть очень маленький сейчас. Неправильно я это сделал. Я понял, в чем это самое. Что я не так сделал? Значит, чтобы все сошлось, лучше вот эту границу взять не n, а там с запасом некоторым. Ну, допустим, там хватит нам 2n. Ну, или даже 3n. Давайте. Значит, можно считать, что мы разобрались со случаем, когда вероятность
Больше, чем 2 в степени минус 3, она не n. Потому что и в этом случае у нас вот то самое i будет не превосходить там 3n, не n, а 3n. Но поскольку у нас там был логарифм i, то это просто приведет к тому, что вместо логарифма n будет логарифм 3n. Это не страшно, все равно точность у нас будет, как мы хотели, логарифм n. Но зато вот этот второй случай у нас намного лучше будет, потому что вероятность будет меньше 2 в степени минус 3n. Вот. И поэтому дефект случайности относительно p, он будет достаточно большой, потому что вероятность очень маленькая, значит, это больше или равно 3n минус сложность x при известном p. А сложность x при известном p, но она не может быть больше просто длины x. Поэтому это будет больше либо равно 2n. И значит, у нас получается a, ну, очень сильно побеждает исходное, значит, p. Потому что, смотрите, дефект случайности относительно a вообще не больше n даже, можно сказать. Для простоты, чтобы не мучиться. Значит, потому что это n минус что-то, значит, это уж точно не больше n. А сложность а не больше, чем лог n. Замечательно. А относительно p дефект h2n или даже больше. А сложность, ну, сложность может быть, конечно, меньше, чем лог n, но так или иначе разница очень маленькая. C от p нам известно меньше альфа, но разница тут максимум в лог n может, потому что а очень простое. Ну и в результате у нас как раз сойдутся концы с концами. Вот я сейчас покажу, что у нас было. Утверждение какое. Значит, у нас при переходе от p к сложности разрешается увеличиться на лог n, на 2 лог n. У нас она увеличилась всего лишь на лог n. А дефект случайности тоже разрешается увеличиться на 2 лог n. Оно у нас даже существенно уменьшилось, потому что было 2n, а стало n меньше n. Поэтому и в этом случае, значит, когда вероятность p от x очень маленькая, мы получили то, что нужно. Вот. Таким образом, значит, дефект по Колмогорову и просто дефект, то есть стохастичность по Колмогорову и просто стохастичность – это почти одно и то же. И вот мы сейчас докажем теорему о несуществовании стохастических слов. Ну, вот в каком виде. Ну, как я сказал, вот эта теорема Шейна. Значит, для любого n существует не альфа-бета стохастическое слово для n. Со следующим значением альфа и бета. Значит, ну, лучше написать, если 2 альфа плюс бета, значит, меньше либо равно, ну, n минус небольшой там o от лога вектора. Посмотрим. То есть, если 2 альфа плюс бета, ну, чуть-чуть вниз отличаются от n. Ну, например, это альфа и бета могут быть примерно n на 3, чтобы это было верно. 2 альфа плюс бета меньше равно n, минус какой-то угол от лога. Вот нам надо построить такие альфа и бета. То есть не альфа и бета, извиняюсь. Альфа и бета нам даны наоборот.
Ну, тут еще надо написать для любого n, альфа и бета. Вот. Нам дано n, альфа и бета. А надо построить нестохастическое слово. Значит, делается это так. Значит, мы рассмотрим, имея n, альфа и бета, мы берем, рассматриваем все множества. Подмножество, у которых сложность меньше либо равна альфа, а мощность, значит, у которых сложность небольшая и мощность небольшая, значит, насколько небольшая сложность, мощность. Нам нужно вот таких слов, два в степени таких множеств, но их меньше, чем 2 в степени альфа плюс 1. И нам нужно, чтобы они не покрывали все множество слов длины n. Ну, для этого мощность должна быть там меньше либо равна 2 в степени n минус альфа, ну, например, минус 2. Значит, и вот назовем такие множества, скажем, хорошими. И рассмотрим объединение всех таких множеств. Значит, объединение по всем таким а, для которых вот это верно. Объединение всех таких множеств. А, значит, это объединение будет строго включаться в множество всех слов длины n. То есть оно будет собственным подмножеством. Значит, почему? Потому что множеств мощности не больше, чем альфа, их 2 в степени альфа плюс 1. Вот таких, значит, множеств. И каждая из них имеет размер не больше, чем 2 в степени n минус альфа минус 2. Ну, альфа у нас сократится, и получится 2 в степени n минус 1, что меньше, чем 2 в степени n. Значит, просто из соображений мощности, поскольку таких множеств мало, и все они маленькие, они не покроют все множество слов длины. Теперь нам нужно объяснить, как мы вот это возьмем наше нестохастическое слово. Мы возьмем просто первое в алфавитном порядке слово длины n, которое не покрывается этим множеством. Значит, пусть x – это первое слово. Длины n, не покрываемое этим множеством. Ну, такое существует, потому что сумма, то, что мощность всего объединения меньше 2 в степени n общего количества слов. Замечательно. Это и будет наше нестохастическое слово. Надо просто объяснить, почему оно нестохастическое, действительно. Ну, значит, нам известно, что его нельзя включить в простое множество малой мощности. Надо отсюда следовать, что доказать, что его еще нельзя включить и в простое множество небольшого дефекта. Это вообще разные вещи, потому что нам известно, что x нельзя включить в простое множество малого размера, а малый дефект и малый размер – это, вообще говоря, разные вещи. Дефект это некая бета, которое нам дано, а размер это 2 в степени n минус альфа. Но, значит, для того, чтобы это понять, почему это так, опять мне сообщать, через 10 минут у нас закончится. Наверное, мне как раз хватит 10 минут. Не хватит, придется еще раз перезайти. А, значит, давайте формулу дефекта посмотрим. Вот допустим, что
на секунду рассуждать противного, допустим, то X является альфа-бета-стохастическим Колмогоровым. Тогда отсюда следует, что существует А, которая содержит X, и сложность его не превосходит альфа, и дефект случайности, то есть логарифм мощности А минус сложность x при известном А тоже не превосходит бета. Отсюда надо как-то вывести, что на самом деле А маленькое должно быть. Ну, действительно, вот смотрите. Ну, маленькое, то есть вот то, ну, то есть, что А, оно хорошее. То есть его мощность не превосходит там, что мы писали. 2 в степени минус, мощность там не превосходит 2, примерно 2 в степени минус n минус альфа. Но вот нам известно, что мощность не превосходит чего? Ну, логарифм мощности, чтобы получить противоречие, мы как-то вот должны объяснить, что А на самом деле хорошее. То есть нам известно, что логарифм мощности А не превосходит бета плюс сложность х при известном А. Но ясно, что сложность х при известном А не превосходит просто сложность х. Давайте совсем аккуратно напишем здесь плюс константа некая. Про бета нам известно, что оно небольшое. Там, пока не будем вспоминать, насколько небольшое. Надо, значит, убедиться, чтобы получить хорошую оценку, оценить сложность x. И вот это самое сложное, ну, самое сложное для понимания часть доказательства. Надо объяснить, почему x можно описать простым способом. Вот нам нужна такая лемма, которая оценивает сложность x примерно как альфа. Что на самом деле x можно записать примерно альфа-битами, ну, плюс там нечто логарифмическое у от лога. Там у нас точность была лог n, 2 альфа плюс бета. Известно было, что не превосходит n минус o от лог n. И вот эти o от лог n как раз вот отсюда и возьмутся. И вот теперь внимание. Вот сейчас самая сложная часть доказательства. Как наше x описать довольно коротко? Значит, что про x известно? Только то, что это первое слово, которое не принадлежит ни одному хорошему множеству. Значит, как нам это x описать? А его можно так описать. Если нам известно количество хороших множеств, еще известно альфа, и еще известно n, то по нему можно чисто алгоритмически получить x на самом деле. Вот это ключевой момент доказательства. Как, зная количество хороших множеств, альфа, значит, я помню, что множество называется хорошим, если сложность его не превосходит альфа, а размер не превосходит 2 в степени n минус альфа минус 1. Ну, давайте проверим. Правильно я запомнил. Минус 2, кажется. Да. Сложность не превосходит альфа, а размер не превосходит 2 в степени n минус альфа минус 2. Вот надо объяснить, что если мы знаем количество таких хороших множеств, а также числа n и альфа, то можно отсюда извлечь x. Следующим образом, зная количество хороших множеств, мы просто можем найти все хорошие множества. То есть из количества на самом деле можно список извлечь. Следующим образом, мы можем хорошее множество порождать одно за другим, зная n альфа, пока не получится вот столько хороших множеств, сколько нам дано. А порождать их можно очень просто. Надо запускать все программы длины не больше, чем альфа,
Эти программы, некоторые из них будут останавливаться и выдавать некоторые хорошие, значит, простые множества. Для каждого из этих множеств надо измерять его мощность. И если она проходит, то есть если она не превосходит 2 в степени n минус альфа минус 2, заносите его в список. И список у нас будет таким образом пополняться до тех пор, пока мы не насчитаем и получим в нем столько хороших множеств, сколько нам дано. После этого можно закрыть список и сказать, что вот все, мы все хорошие множества нашли. Значит, нам нужно всего знать два числа. Это пустяк, это там логарифмический объем информации, что альфа не превосходит n, можно считать. А главное, это вот количество хороших множеств. Из списка хороших множеств, понятно, можно уже найти, как первое слово, которое в этом списке не включено. Ну, зная n еще, конечно. Вот. И таким образом у нас получается, что сложность x не превосходит количество хороших множеств, а поскольку у них у всех сложность не превосходит альфа, это количество можно задать там альфа плюс одним битом. Значит, альфа плюс один бит, плюс 2 лог альфа, плюс 2 лог n. Значит, получается, все это не превосходит альфа плюс 4 лог n. Значит, вот так мы оценили x, как альфа плюс 4 лога сложность x. Поэтому, значит, смотрите, что у нас получается здесь. Что дефект не превосходит альфа плюс 4 лога n. Давайте игнорировать константы, как обычно. Мы что хотели вообще получить? Значит, плюс бета. Мы хотели получить, что это меньше, чем n минус альфа минус 2. Вот так. Ну, еще тут давайте константу напишем, чтобы было совсем честно. Значит, нам нужно, чтобы вот эта оценка логарифма мощности у нас была не больше, чем n минус альфа минус 2. И тогда наше множество А окажется хорошим, и мы получим прямо тут же противоречие. Их, с одной стороны, мы взяли, что оно не принадлежит объединению всех хороших, а с другой стороны, вот вам и построили хорошее множество. Но вот это вот последнее неравенство, вот это вот, вот это неравенство. Сейчас. Вот это вот. Что у меня? Вот это неравенство. Оно как раз нам дано в условиях. Нам ведь, смотрите, известно, что 2 альфа плюс бета не превосходит n минус какой-то о большой от логарифма n, я написал. И вот это о большой от логарифма n, это и будет вот это вот самое 4 лог n плюс c, ну еще плюс 2. Вот, значит, таким образом, если альфа, 2 альфа плюс бета не превосходит n минус 4 лог n минус там c минус 2, то есть минус некоторая еще константа, то тогда у нас получается противоречие с тем, что x является альфа-бета-стохастическим. Вот, давайте сейчас это самое. Я перезапущу конференцию. У нас есть еще 10 минут. Посмотрим, насколько эта вот теорема решения, она близка, можно ли ее улучшить или нет.